Актеры, зачарованных тогда и сейчас. Шеннин Доэрти приухоливал. В сериале актриса сыграла старшую из трех сестер Прю. Героиня Шеннин наиболее сильная из трех ведьм и вместе с тем очень сентиментальная девушка, переживающая за судьбу родных. Доэрти покинула проект досрочно, продюсерам надоели экстравагантные выходки актрисы и вечные скандалы с Алисой Милано. Поэтому создатели сериала убили Прю и ввели в сюжет другую актрису. В 2015 году Шеннин ошарашила поклонников заявлением о своей болезни, врачи обнаружили у Доэрти онкологическое заболевание. Актриса не стала умалчивать о постигнувшем ее несчастье, а наоборот, активно делилась с подписчиками в соцсетях новостями о проходящем лечении. В 2017 году Шеннин сообщила, что болезнь перешла в стадию ремиссии. Холли Мэри Компс, Пайпер Холливелл. Холли воплотила на экране среднюю сестру Холливелл Пайпер, несколько неуверенную в себе девушку, которая мечтает о семье и домашнем уюте, но тем не менее, активно участвует в сражениях с демонами. После «Зачарованных» актриса вела собственное ток-шоу и снималась в нескольких сериалах, однако не смогла добиться былого успеха. Алиса Милано, Фиби Холливелл. В сериале «Зачарованные» Алиса Милано сыграла Фиби, вспыльчивую бунтарку, которая со временем остепенилась и согласилась помогать сестрам в борьбе против демонов и другой нечисти. После съемок в сериале «Зачарованные» Алиса выпустила собственную коллекцию женского белья, снималась в клипах и рекламе, а также записала несколько сольных альбомов. В 2018 году на экраны вышел проект с Алисой Милано под названием «Ненасытный». Правда, актриса играет в нем далеко не главную роль. Роуз МакГоуэн Пейдж Мэтьюс. Очаровательная брюнетка пришла в сериал на место ушедшей Шеннин Доэрти и сыграла сводную сестру семьи Холливелл Пэй и краткая ДЖ, которая долго не могла смириться с новой жизнью, однако затем увлеклась магией и сумела полюбить внезапно обретенных сестер. После съемок «Зачарованных» МакГоуэн снималась в сериалах «Элвис», «Ранние годы», «Черная орхидея», «Избранный», а также засветилась в малобюджетных фильмах «50 мертвецов», «Бульвар страха», «Грайндхаус». Наиболее заметный эпизод с участием Роуз МакГоуэн случился в 2017 году, когда актриса объявила о сексуальных домогательствах и изнасиловании со стороны известного продюсера Харви Вайнштейна. Инцидент случился еще в далеком 1997 году. Тогда виновник купил молчание Роуз за $100 000, поэтому рассказать о постигнувшем ее несчастье актриса решилась только недавно. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Актеры...